Национальный проект «Жилье и городская среда» успешно работает в нашем муниципалитете и приносит свои плоды. В Забойском сельском поселении приняли решение о строительстве парка, который был очень нужен жителям. И вот уже намеченные планы воплощены в жизнь. Наша съемочная группа побывала в поселке Забойском, в центре которого рядом с детским садом и администрацией поселения располагается парк. Проектировать современный парк начали заранее. При этом, конечно, были учтены пожелания и потребности жителей, а также самые актуальные тенденции в парковом строительстве. Разумеется, проект был привязан к местности с тем, чтобы использовать все ее имеющиеся достоинства. На сегодняшний день мы уже закрыли 1316 квадратных метров плиточки, 4000 квадратов озеленения, это у нас все клумбы с многолетними растениями, установили малые архитектурные формы, это лавочки, это детский игровой комплекс, это спортивное оборудование, тренажеры, сцена, как вы видите, на заднем плане у нас стоит для проведения всех массовых мероприятий. У парка есть свое лицо, проект удачный, и было сделано все необходимое, чтобы он был успешно реализован. Очень важно, что работы шли в тесном взаимодействии с подрядчиками, которые учитывали все пожелания заказчиков и работали с душой. Взаимопонимание с Сергеем Владимировичем, главой Забойского сельского поселения. Полное согласование и, опять же, понимание с управлением капитального строительства, с администрацией муниципального образования Славянский район. Конечно, работа была непростая. Работали на протяжении 3 месяца. Работы на сегодняшний день подходят к завершению, в завершающем этапе. Выполнено и озеленение, и тротуарные дорожки, сцена, сценический комплекс, и воркаут-площадка, детские игровые элементы. Конечно, полное взаимодействие с поставщиками услуг. Потому что в нынешних экономических условиях достаточно сложно для бизнеса существовать. Но, тем не менее, я считаю, что мы в этом плане сработали неплохо. И результат, как вот сказал Сергей Владимирович, налицо. Жители поселения уже успели по достоинству оценить все преимущества нового парка. Здесь можно не только хорошо отдохнуть с семьей, но и позаниматься спортом. Я очень рада, что здесь построили современный парк. Здесь можно отдохнуть хорошо с детьми. Есть место для отдыха родителям. Дети могут играть на площадках. Взрослые, подростки могут заниматься спортом. Благодаря реализации этого проекта качество жизни здесь повысится. Пройдет не так много времени, и парк в центре поселка будет торжественно открыт. Он уже становится настоящим украшением поселения и центром притяжения для отдыхающих всех возрастов, от детворы до пенсионеров. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».